Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 139, упражнение номер 270. Прочитайте выразительно. Ах, кто не любит первый снег в замерзших руслах тихих рек, в полях, в селениях и в бору, слегка гудящим на ветру? Определите главную мысль предложения. Главная мысль этого предложения состоит в том, что все любят первый снег, где бы они ни жили. Спешите выделить окончание имен существительных в предложенном падеже. Итак, запишем данный стихотворный текст, начиная каждую строку с заглавной буквы. Ах, запятая, кто нераздельно любит первый снег в раздельно замерзших руслах тихих рек, запятая, в раздельно полях, запятая, в селеньях и в бору, запятая, слегка гудящим на раздельно ветру, восклицательный знак. Выделим окончание имен существительных в предложенном падеже. Имена существительные предложенного падежа отвечают на вопрос о ком, о чем. Или в чем, в чем, в руслах. В чем, в полях. В чем, в селениях. На чем, в чем, в бару. Ветру. Почему они разные? Окончания получились разными, потому что у нас есть имена существительные множественного числа и имена существительные единственного числа. А какие могут быть окончания у имен существительных в этом же падеже, но в единственном числе? Они могут быть окончания «е» или «и». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.